На днях Совет депутатов городского поселения Видное собрался на экстренное совещание. На повестке дня стоял вопрос об утверждении временно исполняющего обязанности главы городского поселения Видное в связи с отстранением от должности Сергея Троицкого. О решении депутатов рассказывает Лариса Вольнова. 28 октября состоялся третий внеочередной созыв городского совета депутатов. На повестку дня был вынесен вопрос о назначении исполняющим обязанности главы городского поселения Видное. По закону на эту должность могут назначаться заместители главы поселения. В соответствии с этим совету была предложена кандидатура одного из них – Александра Ускова. Депутаты поддержали кандидата. Большинством голосов принято решение о назначении Александра Евгеньевича временно исполняющим обязанности главы городского поселения Видное. Это очень ответственная должность, и исполнение обязанностей главы поселения, вот я расцениваю, что это работа, которой ты должен посвятить все свое время, включая свободное, как нормальный человек. Потому что сегодня мы все понимаем, насколько сложный период у нас в поселении происходит. Александр Усков отметил, что станет единой командой с городским советом депутатов и будет решать все вопросы сообща, взаимодействуя при этом с жителями поселения. Заместитель главы городского поселения Видное Марина Комардина в своем выступлении подчеркнула, что назначение нового главы необходимо для обеспечения дальнейшей жизнедеятельности поселения. Ближайшая задача – это принятие программы развития поселения и принятие бюджета. В ходе совещания председатель Совета депутатов обратил внимание на решение других важных вопросов. Я хочу попросить комиссию по безопасности Козлова Александра Александровича о срочном создании рабочей группы по вопросам миграционной политики, целью которой будет являться выявление мест проживания иных фактов нарушения законодательства нелегальными мигрантами. Также Алексей Митрюшин обратился к депутатам с предложением о создании рабочей группы по противодействию и распространению наркотиков. Лариса Вольнова, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.